Привет! Это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Блякс через донатик, за что ему огромное спасибо, присел посмотреть второй русский трейлер «Годзилла и Конг. Новая империя». Мы первый смотрели, вышел у меня на втором канале. Это, скорее всего, выходит на основном, мне так кажется. Ну, скорее всего. Ну, давайте его глянем. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Начинается, как будто трансформеры какие-то. Хотя, в принципе, здесь тоже здоровые чудища, но больше, чем трансформеры. Мы жили... А вот Бамблби! Бам! В гармонии. Они нас убивали, а мы им не отвечали. Титаны. Ой, жесть. Природу. Отлично, оберег... А, ну природа только, ладно. От людей-то понятно. Овели... Барби Годзилла, как многие писали в этом в комментах. Такие приматы охраняли человечество. О, какой милый Конг. Я боюсь, что со мной что-то не так. Legendary. Мы получили сигнал. О, что-то мурахи побежали. Она чувствует его. Конг. Годзилла. Бам! Они чувствуют его тоже. Они чувствуют другую мартышку. Что-то грядет. Что-то, чего боятся даже они. Как будто какая-то Конг и Годзилла, это такие там мстители новые, блин, мега-мстители. Сейчас еще в некоторых других частях припекнут к ним еще 4 человека, и будет реальным командой мстителей. Ты поедешь с нами? Думал, не предложишь. Смотри, язык не проглоти. Че? Че? Фига себе. Самолет с ручками. Уже скоро, в марте. Это что, мини-конг? Хорошо, не мини-маус. Господи. Это не просто сигнал. Это призыв к войне. Битва начинается. Блин, вот с такого ракурса они выглядят как будто маленькие, не особо больше людей, а на самом деле они здоровы. А он, блин, это ростом с Конга. Ну реально, в этих, вот в этой локации, как будто бы они маленькие. Ой, да, реально маленькие. Странно. Что это такое? Фига себе, офигел он. Ой, это та самая, которая была, это, в первом трейлере нам, точнее, ее не показали, но говорили. А, нет, подождите, я смотрел в этом разборе. Не помню, как ее зовут. Шингонзилы? Нет, подожди, это не то вообще. Не помню имени. Я очень плохо разбираюсь в этом во всем. Вот, но такой белый, типа, динозавр. Конг не справится в одиночку. Надо звать Годзиллу на подмогу. Он не будет один. Пришла Барби Годзилла! И бегут так они странно, конечно, нет. Рио! Последнюю встречу. Конг едва не погиб. А что они опять сажаются? Главное быть союзниками. Да, типа, враг моего врага, мой друг, да? Но! Я точно видел все. Это что такое, минус клуб? А зачем они опять атакуют Годзиллу? Мелкий, крутой. Небольшое усиление не разработали, окей. Охренеть. Бум! Офигенно выглядит. А прям кайф. Кайфуши. Я прям мурахи по коже. Ну, выглядит, конечно, пипец мега эпично. Я люблю всякое такое, где взрывает все. Показываются большие персонажи. И офигенно много экшена. Обожаю такие фильмы. Только Янский рубеж не люблю. Сейчас много людей скажут, да, вот ты чего охренел, он офигенный. Не знаю, не понравился, смотрел. Вот. Но это будет, мне кажется, круто. Как минимум развлечет меня 100%. Ни на что глубокое я, естественно, не рассчитываю. Но, по крайней мере, жду и надеюсь, будет что-то прикольненькое. Ну вот, спасибо большое.
Кому там? Warner Brothers, да? Спасибо большое вам, подписчику, за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.